Цыганский барон, его красавица-жена и повзрослевшая дочка. Сюжет этого снимка кажется очень музыкальным. Уже через несколько секунд начинает звучать мелодия романса, и герои фотографии, прорвавшись через старинную сепию, обретают цвет и оживают. Идея совместить театр и фотографию родилась у Сергея Болотова давно. Так вдохновился архитектурой Енисейска. Ведь в старинном городе каждый дом как декорация к сказке. Своей задумкой поделился с другом, коневодом Евгением Павловым. Именно его семья и стала первыми участниками творческого эксперимента. Под опытными кроликами это мы с Натальей были. Сергей экспериментировал все на нас. Мы делаем своего рода такие ожившие картинки. И нравится у людей это их горящие глаза, как особенно у ребятишек. Сегодня стать персонажем старинного фото в Енисейске может каждый желающий. Творческая фантазия и знание истории города приветствуются. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Романтичная барышня, крестьянка, лихой казак на коне или командир Красной армии. Образ своего героя человек выбирает сам. Главное – суметь построить мостик из настоящего в прошлое. Фотография как машина времени дает возможность, если не очутиться в 19 столетии, то хотя бы почувствовать атмосферу прошедшего века. Любочка, подайте еще чая. Фототеатр – явление для Енисейска новое, но уже сейчас можно сказать, что этот необычный творческий жанр будет очень востребован. Ведь приезжающие в город туристы наверняка устали от скучных фото в стиле «я на фоне чего-то». Гораздо интереснее ощутить себя частичкой многовековой истории. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, Новости.